Забор давно бы закончили, но почти все лето подводила погода. Теперь старшеклассники наконец взялись за кисти. Здесь у нас работает 5 человек. Нам выделяют краску, и мы выходим красить здесь забор, чтобы старое кладбище выглядело, ну, более эстетично. Эту работу для детей от 14 до 18 лет придумали местные власти. И занятость молодежи, и польза городу. Труд не бесплатный, а потому работников из школы всегда хватает. Уже трудоустроено порядка 150 подростков, но еще в августе добавятся ребята, в сентябре на День города будет готовиться бригада. Ребята, как и раньше, занимаются санитарной очисткой города, озеленением, мелкими какими-то ремонтными работами. Так действует программа Дальнегорского городского округа по трудоустройству несовершеннолетних на время каникул. Те, кто не хочет красить деревья, могут поспорить за грант содействия и принять участие в больших взрослых ремонтах. Александра Хрипунова, Яна Романюк, Тимофей Лаптев. Панорама.